Доброе утро! Меня зовут Роман Белов. Помните, если ваши права нарушены, их можно защитить. Сколько сейчас составляет минимальная оплата труда по Челябинской области? Я работаю в бюджетной сфере, и моя зарплата ниже, чем установленный минимальный размер по области. Законно ли это? Прожиточный минимум Челябинской области предназначается для оценки уровня жизни населения, формирования бюджета, расчета необходимой социальной помощи малоимущим жителям данного субъекта Российской Федерации. Он рассчитывается на основании потребительской корзины и уровня цен на товары и услуги, а также расходов по обязательным сборам и платежам. Устанавливается ежеквартально постановлением губернатора Челябинской области. Данные предоставляются по трем социально-демографическим группам и в расчете на душу населения. Размер прожиточного минимума Челябинской области составляет в расчете на душу населения 9 538 рублей в месяц. Для трудоспособного населения 10 184 рубля в месяц. Для пенсионеров 7 857 рублей в месяц. Для детей 9 881 рубль в месяц. Но зарплата работников бюджетной сферы рассчитывается из минимального размера оплаты труда, который на сегодняшний день составляет 7500 рублей с учетом оклада и всех компенсационных выплат. Следовательно, если вы работаете на полноценной тарифной ставке в бюджетной сфере, то начисленная зарплата у вас должна быть не ниже 7500 рублей. Из этой суммы будет вычтен подоходный налог в размере 13%. Если у вас возникли вопросы, я постараюсь на них ответить. Задать их можно по телефону, который видите на своих экранах. Доброго вам дня!